хохотушки. А можно как хохотушку выбрать? Да, Элис. Он уже выбрал его. Ты девочка. Или хочешь, я тебе тренера отдам? Нет, я буду девочкой. Огромный черный мужик. Так, сейчас я объявление повешу. Да что повесить, я уже стрим. Да я не там. Я у всех отбери. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Слушайте, у меня вопрос. А я запустил стрим? Кто знает? Да, я слышал по второй раз. Всем привет, с вами канал Игровитый.ком. Мы тут чуть заболтались. Я забыл, что я запустил стрим. В общем, сегодня мы продолжим. Ну, пройдем, наверное, одну карту. Может больше. Может больше. Как у кого завтра, куда надо, кому не надо. Всем привет. Да. Всем привет. С вами Трудопир, Завалекс, Котяра, Мизикс. Вот я как раз по списку прочитал все. Как ты Завалекс прочитал? Скажи мне, как ты прочитал Завалекс? Ну, я убрал галочку, двойку, галочку и девятку. Это самый легкий ник, который я вижу. Ну да. Все остальное непонятно читается. Так, сейчас мне надо в чат зайти, надо в чат. Это всего лишь краска для ника. Эти галочки и цифры. Кстати, а кто победил в этом в конкурсе втором? Тьфу, тьфу, Лешка. А я не помню, я вывешу объявление. Ну, в смысле, видео. Глеб, по-моему, какой-то. Я победила в конкурсе 7 раз. И мне эти 7 раз надо кому-то отдать. А, и поэтому ты разыгрываешь в той группе, да? В грешнике, да? Так я в ней состою вообще-то. Ну и там и разыгрываешь. Вот мне тоже ключи прислали. Я там состою, я там стримлю. А мне хорошо, мне не присылают. Ты почту свою проверь. Да, там 4 ключа должны теперь прийти. А с чего бы? Мне Лёшка ключ дал, или нет? Нет, там всем активным игрокам присылают. А я не активный, я пассивный. А мне... Каких там левелов пассивные игроки? 7 уровень. Дайте я там то ли 26-й, то ли какой, я не помню. Ну это же активность вот, же. Дайте мне ключ. Мне на 35-м дали. Ты же, Влад, не хочешь играть в нее? Я все равно хочу ключ. Ключ хочу, играть не хочу. Я попробую. Попробуй, там все легко и проще. Ну что, начнем? Пора бы. Я все жду, у меня же руки готовы. Да, люди слушают, что мы тут обсуждаем херню какую-то. Да. Так, все, картинку Кенга видит. О, Кенга живой, браво. Спасибо, что живой. Да. Спасибо, что не спамил. Ад и потоп. Что-то, Лёшка, тебе... Я в UFO Dead 1 играла какой-то, типа... Выживание. То ли на Дэнди, то ли типа на Снэч. Есть так. Я помню, в первом UFO Dead были такие классные карты, можно было скачать на вот на выживание, на время. Там так круто было. А сюда тоже скачать карту можно. Ну, блин, это еще найти надо. Вот, конечно. В прошлый раз ты не заморачивался и искал, да? Нет. Просто в прошлом разе у меня была пиратка. А мне тоже. Там куча было разных карт. И вот одна была такая прикольная. Там небольшой домик такой. Рядом еще маяк. Можно туда забраться, можно туда. Ты все это продал и купил лицензионную, да? Да, я продал маяк, продал домик. Чтобы оплатить лицензию, да? Чтобы оплатить лицензию, потому что... А не вылезли. Не, не так. То. Нет. То. Ну ладно. Это мы вчера, когда начали просто проверить это. А где все? Взял катану, забрал. Катана забрал. Так, нам надо срочно забрать здоровье. Да блин, есть тут пистолет. Тут оружие. Дома стоит. В доме. Это аптечка. Хорошо, Влада. Где аптечка? Аптечка либо на столе тут есть. Три штуки. О, тут сразу оружие есть. У нас есть пушки! Да ладно, есть пушки. О, моя любимая пушка. Здесь, страшнего толстяка. Ааа, за мной бегут. Ты с какой пушки? Ну-ка, иди сюда. Здесь пули мяу-мяу-мяу. Бензин. Давай сюда.
Ой-ой-ой. Окей, убили. Кого убили? Меня. Нет, я сижу. Перезаряжаю. Так, Алеппо. Осторожно! Что, бежим дальше? В чем меня? Дальше бежим? Да мы уже убежали. Вы Лешу потеряли. Леша, ты потерял. Надо по заборчику. Перезаряжаю! Бежим через спортплощадку. Закрыто. Эй, осторожно! Осторожно! Я вам понял. А, где? Просто. Перезаряжаю! Помню детство. Вы же сказали, что есть спортплощадка. Почему все поняли ваши? Не знаешь, есть спортплощадка? Не знаю. Так, прыгай от меня! Вообще-то наверх надо. У меня курица поймал. Да? Да. А, может. А Дейн Лайт будет прикольный. А может по стенам лазить. По крыше. А здесь тоже можно, когда играешь за этим. Маскетом. Да, даже можно этот прыжок веры сделать. Да. Стена нету. Кого нету? Что мне везет на этих плитов? Раньше Тамара была. Куда бежит? Народ, дождь пошел. Здесь дефибриллятор. А, да. Дефибриллятор хотите? Осторожно. Так, у меня есть. Я тебя заряжаю. Я забрал. Я уже забрал. Ну нет, я пошел. Что такое? Танк. Отлично, я же должен кричать вон он на мусор. Ну ладно, так и быть, постреляю с вами. Может, ты что? Дай мне. Перезаряжаю! Осторожно! Слав, проверишь? Сделаешь рекорд, как у тренера у меня был вчера? Ну что? Что он сделал, тренер-то? Он тебя убил? Да что такое? Я не могу сейчас. Можем срезать через гаражный дворик. Пушки! Отлично! Тут бедный зомби не упал. Они угомонятся никогда. Надо перезарядиться! Сейчас плюнет! Вылачится! А, так есть. Нифига, я издалека не представил. Тут кто-то лизнуть не хотел. Ну так дай подлезать. Тут сладкий такой. Мне нужен АК. Что тебе нужен? АК мне нужен. Если по домам побегать, то можешь найти, конечно. Кому нужна бензопила? Не нужна. Нафиг. Я хочу в дом зайти. Да, тут аптечка. Есть аптечка. О, черт. Надо подлечиться. Я возьму хотя бы. О, тут это, вы оружие возьмите. Фу. В смысле, короче. Вот теперь другое дело. Вы поняли. И аптечку не. Я лучше возьму эту. А, сейчас я подключу. Погодите. Помните, где лежали патроны? Сейчас я подлечусь. Так, осколочки я установил. А где дефибриллятор мой? Я там. Эй, кто меня бьет? А, это ты? Перезаряжаю. Ну, беги. Некоторых машин... Ой. Перезаряжаю. Надо в этот дом зайти. Такой полный. Охотник.
Погоди. Охотник. О, тут еще оружие. О, здесь тут есть оружие. Что там? Помповый дробовик. О, тут есть АК. О. Нет, тут есть АК. Вообще туда не будет? Блин, я сошел сразу в кроме. Это аптечка моя, я ее первый заметил. Ну я аптечку взял. Что-то у меня как-то здоровье подшатывает. Перезаряжаю! Ну ты вообще шатун. О, что бежишь? Я как картон. Убежище? Обижать не надо. Да дайте мне, дай ты пройти там. О, Лёша, ты где? Нормально. А, наконец. Да что вы там делаете? Давай, я заряжаю. Иди вовнутрь. Быстрее, я уже не смогу. О. Лёша, больше всех. Я, наверное, по боссам. Лёша танка. Да. Пошутся. Ну, у Лёшки дробовик, наверное, был, не? Не. Винтовка. Я снайпа. А. Ну, снайпа, да. А, рукопашка. Да никто этим не занимается, такой фигней. Рукопашным спортом никто не занимается. Я просто за вами бегаю. О, убийца боссов. 9 штук я убил. Ой, блин. Сожру аптечку. Я забрал всю эту аптечку. Да ладно, у меня уже есть. Так что можешь взять. У меня и жизнь полная. Дефибриллятор. Ну, а чё? Или аптечка? Ладно, еще цепляй. Еще когда-нибудь, а? О, тут еще аптечки? Не, я там оставлю. Аптечки оставь остальные на следующий. На обратный путь. Ну да. Давай, толстый, входи. Что мы говорили? Ты же в меня стреляешь. Ты же в меня стреляешь, дурак что ли? Ух ты ж. Кто стрелял, когда я кидал? Кто кидает, когда я стреляю? Перезаряжаю! Сюда! Гранатомет! Где? Вот здесь! Сюда! Бери, я не буду, пожалуйста. Ладно, пора пойти. Стреляй разумно, а. Перезаряжаю. Вас, то есть. Перезаряжаю. Слоников. Он меня бьет. Громила. Я не вижу никого. Я сразу убил его. Я не понимаю, что тут вообще происходит. Так, стреляй аккуратнее, а? У него разброс большой. Ну значит, не стреляй сюда. В нашу сторону. Блин, что я наделал? Осторожно! Не знаю, ты, наверное, с бомбой там развлекся. Ну да. Бомбу развлекать, я думаю. Так, тут оружие тут есть. Таблетки нужны кому? Я только что взял. Мне нужны боеприпасы. Перезаряжаю! Ой, помогите! Эскарл. А нафига ты упал? Я сверху упал. Эскарл. Помогите, помогите! Нечего тут рассусоливать. Рассусоливать. Сидеть сусоль. За мной должен. Рошель. Смотрите. Сюда. Ветер пришла. Сейчас унеслись. Опа! Лёша, ты за кем?
зато круто. Ой, я сейчас сама упаду. Кто-нибудь собирается мне помочь? Чё, разлеглись? Вот дерьмо. Ну давай, вставай. О, там еще одна, давайте еще одну забыть. Тут Аташка есть. На помощь! Они тебя прикунь, бывалый получше. Ты в порядке. Погодите секунду. Аташку возьми. За мной ножок. Не, у меня есть получше. Я чувствую себя совсем. Надо полечиться. Да. Блядь. Стрелял в меня. Да что ты под зомби прыгаешь? Там кто-то там есть еще из собой. У нас тут ведьма. Там, по-моему, она вспыхнула. Нет. Она любит плавать. Прекращай уже это дело. Какой я крутой. Что, я тоже ее убил. Не, я крутой, то, что я смог спасти. Да куда ты же не стреляй? Да ничего, да. Второй стрелок. Ну, тут у меня намного один, а тебя нет. Сейчас кому-то оторву, все. Осторожно! Сами сотору, как скоро сжать не мог. Кого там оседлали? О, нифига себе! Черт бы побрал всех этих бейбов. Кого ж жакей там был? Не. Он убежал, жакей. Давай. Я потрогал, пошел к тебе. Я тебя не понесу, встал. Куда не скидывай? Куда? На таблетки. Ты так и будешь, как черепаха. На таблетки. Где? На. О, уже лучше. О, ведьма. Ну там ведьма. Опять их пугали? Опять Леша? Нет, Славик. Да нет, ты их напугал ведь, не ложишься потом. На, я тебя руками... Славик мне гранату бросил. Да, на тебя она согнула. Да, да. О, тут ведьма. Чё же? Держи. Кто здесь рядом, чё? Я. Я ее. Ну давай, давай, дали уже свой дат от земли. Спасибо. Тут еще ведьма. Вот там ладно. Где? Где? Ты не знаешь, где ты. Ребята, давайте поможем Владу найти Владу. Найти ведьму. Я хочу сдохнуть на каком-то сахарном заводе. О, она туда. Ой! Ё-моё! На, Влад. Опа, а это второй выстрел не мой. Где, 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 где? Слева, слева. Вон он, на втором этаже. Сейчас, дайте ему спрыгнуть. У кого что болит, то потом убивает. Дай калаш спит. Что вы на этот счет думаете? Тут калашников. Нам бы туда гвоздь. Блин, патроны для этого кончаются, поэтому лучше взять аптечку сейчас. Да. Да, нормально. Кому, кому аптечка? Кто спрашивает? У меня есть. Тому вылечить, не реанимируйте потом.
А пусть нет, сюда. А, есть, походу. Черт, я там. Да. Я дефибриллятор. Ты дефибриллятор? Так, меня там сзади бьют? Я не знаю, как я могу попасть. Я попал. Давай меня убить. У нас нет времени на это. Ой, окей. Сейчас я умру. Я спасу свой день. Отлично, я умру. Реанимируйте. Дай, дайте мне. Жахнул. Эй, мне тут срочно нужно. Ты ведь не делал мне искусственное дыхание рот в рот? Да, ты меня в рот в рот не делал. Спасибо. Как это, Бендер, да? Я спасёт дыхание и рот в жопу, да? И только так. Они, да? Вы меня прикройте, да, я подлечу. Да, и должна я в угол забиться. Ну не так нужно забиться. Эй, отправляйся, эй. На 10 кп осталось. Надо валить. Я надеюсь, как это осталось. Да, я знаю. Перезаряжаю! Ребята, Блин. Сейчас по трубе. Я сейчас стопу все. Сейчас сверху прыгнут. Кто хочет поймать охотника? Я хочу его поймать и бежать по трубе. Нам нужно к знаку. Взял аптечку. Подожди, а, я аптечку взял. Да, бежим. Труба закончилась. Бежим без трубы. Бежим прямо. Опа, так их много. Жакей! Дети, куры. Да, Жакей, Жакей, я просил. Я все равно вставай! Так, там видно. И тут три. А, здесь еще. А, здесь еще один. Я тебе говорю, тут три. Написано, что тут есть бензин. Не думал я, что так все закончится. В убежище есть бензин. Подождите, я лечу. Ну, так шевелите, как... Я успел быть чёрты! А, Лёша, опять? Отец? Да. У-у-у. Я на последнем месте. Ну а ты чё делал? Ты бегал от них. На тебя жакей это в затылок. Жакеил. Нифига я танка тут навалял. Ну тут не один танк. Пистолет в него стрелял, причём всё это. Ты? Да, я... Да я вообще руками его бил. Голыми. Патрончики. О, у кого-то свободный дефибриллятор. Свободный дефибриллятор. Возьмите. Взял шприц. Оба. Ну ладно, раз аптечек больше нету. Куда я прохожу? Подожди, тут есть бомба или что? А, тут... У меня молот. Я думаю, надо взять дробовик. Потому что дробовиком танк сносится просто.
куда ведьмы ушли? Спать. Так уже ночью, там был день. Все. Ночью хорошим девочкам пора спать. У тебя не все дома, если ты стреляешь. Все, побежали. Может, по бочку вдоль домика побежим, чтобы... Пойдем. С одной стороны. Гроза идет? Гроза идет. Так уровень открывается. Где же вы? Да. Показываю. Я бегу. Да блин, отзвоните. А, закинь. Вижу. Блин, я не вижу, куда бежать. Ой, я застрял. Меня кто-то жрёт. Находим. Бегу. Там сзади меня тут бьют немного. Где, ну вижу. По-моему, стрелял кто-то. Да, я только что выстрелил. Это не должно так. Так, нам куда, нам туда? Вам ко мне. Угу. Мы можем подняться на лифте обратно. На лифте обратно. О, аптечка да. Кому не нужна? Фу, кому-то нужна. Мне нужна. Мне нужна. Вылечитесь и это. Заходим. Я лечусь, в дом, перекройте меня. Дверь. Лёшка, зайди в дом, а то сейчас тебя как разжарит. Ну вот, встаю. Я поехал. А, пока Кенга, все, мы остались. Пока. А, еще Брыжик. Лёшка не в чате, я не в чате. Я в чате. Тома, Рыжик и Влад. Не хочу ничего сказать плохого, но со мной в лифте два негра. Поддерживаю. Смотрите. Здесь спрыгиваю. Нет, эй, сюда! Ты сейчас грохнешься. Ну где вы там? Я тебя вытащу, что ли? Да тут Лёшка повисеть решил. За мной должен. Еще раз сделаешь, и я дам тебе сдачи. Нет, нет. Ну, вы, кого? Ой, глаза начинают. А! Почти хотел. Заберись, а то тебя сейчас опять за жопу схватят. Ну, давай. Я сквозь огромную черную жопу пролез. Ты идешь? Туда. Не хочу отдыхать тебе. Зачем мне адреналин? Воткни, полегчает. Воткни, да. Блин. Выпни, да. Полегчало? Сюда. Нет, мне нет. Слышу, Лени, покажи себе. За мной. Осторожно! В доме есть оружие. Катана, ты что за? Можно там курильщик. Где-то. Ну, кого соснули, не соснули, нет? Для того пока. Бежим. Куда бежим? А, вот тут. Вот, ай! Стали, толкаетесь прямо на нее, меня толкаете. Спасибо. Ну погнали. Влево. Стой, подожди. Давай вылезем. Я же
идти. Перезаряжаю. О, тут домик. Да. Тут есть домик с этим, со светом. Домик со светом? Да. Оружие! Помповое ружье возьму. Перезаряжаю. Я этим еще не готов. Вот оружие. Все, я готов. Черт. Нет. Да, бежу. Побежали. Лёшка, ты том и толпу. Вот переправа. Там. Чё, вниз прыгать? Я... Влад его убьёт. Живо! Почему я не зашквал? Где он? Ой, я его не вижу. Нифига себе, что стрелит. Ой, ё-моё! Я его убили. А, не, вон он. Мы чего вышли, Ваня? Да, что у нас тут? Так, ну, Тома, я тебя подниму, серьезно. А ты Лёшку подними, а то мне не забраться. Спасибо за мой должок. А я упал бы. О, дурачина. Просто фили. Слушай меня. Спасибо. Все в порядке, ты сможешь. Что, вниз прыгаешь? Ну, в любом случае. Вот знак! Мы почти выбрались с территории завода. А, нет. Да ладно. Убежище! Вы спрыгивать не умеете. У меня так ноги прикольно хрустнули. Я что-то случайно... Я Лёшку подниму. А, больше никто. Славик там убежал. Я в убежище, короче. Ты говнил. Я кепки. Блин. Лёша бегонил. О, молодец. Я не могу сразу. Мне надо подлечиться. Эй, вот и я, про то же. Все, побежали. Да, эй, все сюда. Эй, все сюда. У меня все черно-белое. Давайте все сюда, да поживее. Ну, у кого-то, наверное, тоже все черно-белое. Не, у меня все хорошо. А мне как? Герой отправится светиком. Ух ты, снова все цветно. Хватит тратить время попусту, да. Скорее внутрь. Помнишь такое? Это мне... не играл за светика. У меня герой. Давайте все живы сюда, внутрь. 9 уровня. О, маленькая тварь. Аптечку берите. Да, Влад, давай. Ой, Лёшка, давай, выйди. Вон он. У вас есть дефибриллятор, давайте одного убьем. Я успела вылезть. Лёша, ты заканчиваешь, да? Здорово! Я вот-вот. Что ты вот-вот? Разве не здорово? Я вот-вот. Давайте убьем Лёшу. Лёша, не лечись. Да, лучше потом вылечиться, чем умереть и тебя восстанавливать это дольше. Давай. Мы его сейчас убьем. Давай, Тома. А, Лёша, я свалил. А Лёша упал. Да. Ну так ну, оживи его. Не хочу. Ну давай же. Прощай, Ник. Прощай, Ник. Скучай. Роу. Где мы? Оружие! Пушки! Пушки, блядь. Ничего себе, все затопило. Что, готовы? Роу! О! Рошель! Двери? Ты че, Рошель? Я тут узнать нету? Аптечки. Николас. Нету, нету. А че мне 50? Стройка, дай я тебе подлечу. Да. Вот, держи. У нас есть пушки! Без надобности. Работала. Да! Мы можем пройти по крышам. Да! Ой. О. Беги дальше по крышам. Естественно. А в Dying Light можно было бы сразу снизить.
здесь. Я упал. Почему это было? Это легкий паркур. Вот что? Это никакой паркур. Я задание беру. Сама побежали. Осторожно! Охотник! Налегаю, да? Вы мне еще наплевали? Нам сюда! Или не сюда? Куда она? Налево. Куда? Вон свет, где горит. Где? Где и где? Да, хорошо, приезжаю. Мы точно на верном пути. Блин, она наплевала. Плевальщик. Граната, ложись! А интересно. Граната пошла! Малышка, я им задам жару. Чё, кто ещё гранату ужасил? Я. Зачем? Вот, сейчас танк будет. Где? Ну, пока нигде, а сейчас будет. Да. Он обычно в этом месте бывает. Кстати, если кому-то нужна отсечка, никому не дам. Кстати, предлагаю волну пересидеть. Давай-ка. Лёш, выдыхай, Лёша. Да, Лёшка, там средняя. Я? Нет, смотрите. Ого. А, блин, мне сказал. А, блин, ты. Тома. Спасёшь? Тома, блин. Ну хоть одного убей. Да блин, я кусочек дуры не умею. Ну вот, ладно, мил, пап. Ой-ой-ой. Вы что там, его убить не можете? Эй, ему срочно нужна помощь. Прикалывается. Блин. Чё, нахер переждать волну, побежали из этого. Да просто Влад не умеет переждать волну. Не переживай, чай. Иди в жопу. Не взрывайся. Кому нужно средство для мытья посуды? А кто-то? А, себе в жопу воткнул. Вот детская площадка. Мы уже совсем близко. Есть громила. Громила. О! Приятель, ты совершенно новый. Классный выстрел, Ник. Перезаряжай. О, гидран. О, боже, что там? Вижу. Уже? Потому что финальный... О, да. Перезаряжаю! Давай, Лёшка, ну чё ты не можешь в дверь попасть? Нет, я вас прикрою. Держитесь вместе! Гроза, держитесь вместе! О, ведьму я фигачил с Лёшкой. Пока она Лёшку там насиловала. Так. Кто-то еще в рукопашку в наше время дерется. В наше тяжелое время. Как приятно появляться раньше. Мы почти дошли до лодки. Ты можешь полечиться и забрать обзор. Взял шприц. Мне нужен другой добавить. Черт побери. Блин, что другой нет. Нет, я не буду так. Взял дефибриллятор. Я взял дефибриллятор опять. Дайте мне аптечку. Надо облазить, кстати, дом.
Ну что, самое страшное это другое. Или ждать, пока плывет корабль. Сидят наверху, ничего не помогает. Вообще-то стреляют. По мне? Да. А, спустились. Кого да вон там внизу валяется где-то в воде. Вот тут аптечек целая гора. Где тут дефибриллятор? Около меня. В воде валяется. У меня полно. Да причем здесь аптечки? Мне дефибриллятор. Да блин. Не нафиг. Да. Не стошнило толстяка. Блин, волна, танк. А кто-то тащит, что ли? Ну? Конечно. Ладно, молодец. А что делать? Да? Вот он! Ох, нихера. Оружие! Я чё как обычно, сэр? Конечно, на крышу. Ой, ё-моё! Мило. Нет, это танк. Танк убил. Прыщет меня. Да дохни ты. Помогите. Я валяюсь. Ща помогу. Блин. Давай, у нас нет никакого времени. Стоим! Поднял! Есть боеприпасы! Блин! Нужна помощь! Вот так. Вот он и плюет как раз. О, чёрт! Вставай! Ну, на тебя плюет. О, отлично, на тебя. Он меня вырвал. Пушки! Отлично! Давай! Котяра! Да, вот так вот. Я еще покажу. Я заряжаю! Че, никого, пожалуйста, не нужны аптечки? Ну, аптечки никто не пользуется. Есть аптечки, где аптечки? Вот! А, я смогу потом. Вот тебе, да. Перезаряжаю. Танк снаружи. Никто не хочет с танком помочь, нет? Это танк поранил тебя? Да, да,
говно. Так же, блин. Пойдемте наверх. Да уже корабль должен прийти, второй. Да что ж такое? Вообще-то я с этим справлюсь. Да, я так решил, не надо мне лучше никакого сам. Спасибо. Наверх. Выбирайте по машине. Вот охоты. Блин, а как туда наверх? Давай. Нет. Ну я хочу. Там лодка приехала, мы что же пойдем? Я бегу на лодку. Слушай, меня его просите. Все, я на лодке, мне все. Готово. Лёшку что, сюда на лодку забросила? Да. Успокойся с миром, Влад. О, вы метеоролога два. У вас уже есть. А котяра, кстати, в прошлый раз один и выжил, а теперь он умер. Ну да, бывает такое. Как? Я наконец-то выжила в конце. Я все же умирала. Мне очень понравилось. Запрыгиваю на лодку, вижу Тома бежит. И тут улетает Лёшка. А птичек восьми штуки взял. Да ты вообще псих. 4 бомбы, 2 коктейля. Рукопашку 200. Вот так вот. Рукопашку 0, понял? Один охотник, один толстяк. Смотри, я больше охотников, больше толстяков, больше курильщиков. Громил, убил я. С громилом я вообще не развлекался, ежакеев я даже не видел. Хотя одного убил. Плевальщик. Завалил. Влад больше всех урона получил. Лёшка больше всех по своим стрелял. Но ведьму тронули все, кроме меня. Ну да, хоть одну. Я же убил большое количество. Так, блин, я трёх тронул, трёх убил. Так, все. У меня точность лучше. Ну что, давайте следующую. Давайте, я вам сейчас запущу и ненадолго отойду. Так, редактировать настройки. А что там дальше? Что у нас уже? Приход. О. У нас сейчас будет приход. Угу. Так, ладно, давайте начинайте. Сейчас с ботом пока поиграете. Все, я сейчас вернусь через 5 минут. Давай, давай. Опять же жрать пошел. Все, молчим. Ждем, когда загрузится. Приготавливаемся к эмоциям. Окей. This time it all goes so. А тут вроде какой-то еще вояка есть. Или это другие карты? С воякой-то. В смысле? В смысле вояка? Не, я решил дальше. Вот здесь есть... Отсюда мои годы прилетишь до Москвы. А, это... Спасибо, Павел. Они есть карты, будут следующие после этого. Да, видеть мост и добраться до него две разные вещи. Тогда мы уберемся. Так, оружие еще не летает. Вообще-то моя. Самолеты летают. У меня насчет этого плохое предчувствие. Херак. Херак. Не бьем меня. О, мент. Показывай. Иди на линию огня. Так, слайд пока еще не отошел. Ладно, вот туда. И туда. Воу! Вы идете? Перезаряжаю! О, слайд туда отошел. Наверх. Ой, это что? О, громила. Слева громила, справа толстяк. А вот и громила. Громила, громила. Сейчас сюда залезет. Перезаряжаю. Не забежал. А, поеба, крышу.
Там толстяк. Я перезаряжаюсь. Ты какой? Ты ушел был. Курильщик. Перезаряжаю. Ладно, пошли. О. А нет, нельзя. А вот толстяк. Перезаряжаю. Давайте не стрелять друг в друга. Да, давайте не будем это делать. Осторожно! Дурацкая правильная стрельба. Да, мне интересно. Убили? Молодцы. Перезаряжаю. Так, тут ничего. Пистолет. Все возьмите себе оружие. Лучше не стреляйте в ту машину. Какую? В эту? Хватит стрелять. Вот это, наверное. Да. Тут вояка прибежал. Стреляй этому зомби. Это не нужно никто будет. Перезаряжаю. Что вы никого не пускаете ко мне? Хорошо, ладно, я его убежу, что потом подходить. А где убежишь? Где я? Перезаряжаю. Мне тут аптечка. Вот. Там еще. Вот-вот, я потом сейчас, я тоже пришел в какой-то аптечке. Блин, я тоже стою. Дверь закрыть. Надо помочь им. Живой. Я не хочу в самом конце. Я лежу, блин. Эй, давайте все живо внутрь! Ты не видишь, что мне хреново? Теперь меня первый. Оу! Ну да, ты завалил танка, молодец. Да это Славик ни одного. Выстрела. Ну что дальше будет? Ну, в рукопашку, естественно. А, знаешь, я из пистолета только 6-7 убил. Так, там гранаты возьмите и всю херню. Чё, прошли, что ли? Конечно. Где тут гранаты-то? Там эти лежат. Чё, у меня всё по нулям? Во, да, забрал. Я так и стоял, что ли, на месте? Да. Нет, ты все. Бежал с нами. Вот, даже танка не ударил. Даже танка не ударил. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Сейчас надо что-нибудь взять. Хорошо. Аптечка у меня есть. О, еще аптечка, кому надо. Здесь есть аптечка. Да, я сейчас вылечусь. Обождите, вот, пока я можете тоже подлечиться как раз. Ага, я 50% всего. Вот теперь все отлично. Мы можем сказать. Там наверх в парк убили. Окей. Где? Вот он. Да, ты его нашел. Охотник. Это он что, охотник где-то? Тоже нет, тоже Лешка. Лешка, у нас агент. А ты что, Олег? Я там. Броня. Здесь дубинка. Шопу не бей меня. Здесь боеприпасы. Куда ты убежал? Он сейчас меня разрушит.
Бегу искать. Он сейчас меня раздаст. Где? Все слишком хорошо. Как это пошло? Ты вылечиться не хочешь? Я хочу, сейчас. Кто тут плачет? Парман? Ну кто? Кто? Лёшка плачет. Лёшка разнился, лёг. Да. Вот гитара. За мной, должок. У меня есть кое-что для тебя. На какое-то время этого хватит. Гитара, оружие. Да ладно, нет. Гитара — это музыкальный инструмент. Девочка, тебе надо пол... А как это выглядит? Жакей. Я его унесу сейчас. Теперь это был не Леша. О, давай, подводи на меня. Я сюда начинаю нравиться. О, тут аптечки две. Здесь аптечка. Давайте все лечиться, Лешка. Постойте, мне нужно подлечиться. Лечишься? Я заряжаю. Слушаем. Нет, у нас еще целая штука. Целая аптечка еще есть. Где? Надо перезарядиться! Осталось там лежать? Идем здесь! Да, лежит еще. Где? Что ты убил? Она у меня. О, дьявол! Перезаряжаю! Я пошел. Стреляй! Он на меня. Нет, по-моему, перезаряжаю. Умер. Может, ты не нравишься? Перезаряжаю! Да не сомневаюсь! Бегом! В убежище! А, здесь, да, здесь сейчас надо... Я бегу! Это не зомби! Я ой, да-да-да, я бегу! А я видела то, что сзади! Вы использовали там аптечки? Это моя! Да, блин! Здесь есть аптечка! О, там громила. Подождем. Где дверь не убил, хорош. Не нажимай так. Туда. Внимание, если открыть дверь без сигнала с башни, зазвучит сирена. Громила. Громил. Перезаряжаю. Без сигнала башни. Сбегайте на башню. Побежали. Что, а тут кто-то есть? И бежим, бежим, скорее. Надо, бегом. Осторожно! Я их
Так, иду быстро, как могу. Перезаряжаю. Перезаряжаю! Все внутрь! Где патроны? А, вон. Стой, оставляем дверь открытой. Так, сейчас надо вылечить. Спешите, мне надо подлататься. Надо добить фрагов, да? Вот и я про то, что в прошлом уровне не получилось. Кстати, где здесь патроны? А, вот. Ну, ладно. Да что, вы будете? Как обычно. Закрывай двери. Что-то в этом уровне нет топоров. Топоров? Да. Топоров. Топоров. Хорошо. Топоров. О, сейчас надо через эту, через стоянку бежать, где машин много. Главное через это стоянку, не стрелять там вообще, потому что сигнализация на каждой. Надо в люк там еще пробить. Там здесь мост, по-моему, же. Так, аптечки берите, лечитесь, кому надо. Подожди, я сейчас просмотрю статистику. А у меня меньше всех, я пойму. Мне 69 хп, мне хватит. У меня 95. Мне не надо. У меня... Ладно, я еще раз подлечусь, ладно. Вот я потом. У меня не вижу. Сработал. 83. Бери аптечку. 93. Подождите, надо, пожалуйста. 95. Это шоссе должно в итоге вывести нас к мосту. Перезаряжаю! Как ты без понтов стал? Да ужас какой. Перезаряжаю! Бегом! Все потому, что ты черный. Осторожно! Наверное. Да ладно. Перезаряжаю! Там плевать что-то. Плюнь на меня. Тихо все! Я слышу ведьму. Не хочу. Ведьму? Вау! Плевальщица! Ведьма. Перезаряжаю. Бля. Во. А вы все по мою душу. Я был охуенно. Лёша? Лёша! Да что? Насилую. Перезаряжаю! Нам пора идти. Куда? Спасибо. Прямо? Спать. А, вот это то место, помнишь, Влад, где тут надо... Лабиринт? Да-да-да. Лестница! Подождите, надо Лёшке в доме вылечиться. Че? Лечись. Нет, я еще могу из нас умереть. А, ну хорошо. А, блин. Жакей где-то. Ты вообще смотришь, куда стреляешь? О, нашел. Эй, осторожно! Жакей не тот. Да. Блин. Так, надо вниз. Что, здесь топливо таскать, что ли? Нет. А, вот, нашел выход, да? На, блин, прорезай. Толстожопый. Перезаряжаю! О, у меня эти боеприпас. Вот гитара. О, тут меч. Нет, тут мачете. Кстати, возьму мачете. Мачете у меня есть. О, бежим. Вот гитара. Вот и надо подлечиться. Нормально. Я в люк, Видишь, я влезу. Я спорву. Я помню, на той карте мы заблудились по этой. Я здесь попроще. Аккуратнее здесь. Спасибо! Всё, занижай. Лестница.
Наверное. Нифига себе, не... А, блин. Убежали. Я не понял. Хлевальщица! О! Там все есть, что ли? Да. Жишка, да? Да. Погоняйте. Я так был в плевательницу. А что ты там в плевательницу встал? Мне нужна помощь! Вот и я. Вставай, хват. Ладно, дерьмо. Ладно, нужна помощь. Ну что, серьезно? Встаем и пошли. Встаем и пошли? Кто это сделал? Нет. Громила. Нет, толпа. Пошла веселуха. Толпа. Блин. Жопа. Да, вас тут вообще наконец-то мы можем забраться. Мы все-таки выберемся отсюда. Вылечите. Куда птички? Куда птички? Где? Тут одна есть. А вас нафиг. Эй, прикройте меня, да я сейчас могу. Вставай, вставай, сейчас же! Вставай! Ой, это что такое? Это кромило всего нашего. Надо полечиться. У нас нет времени на это. Вставай! Фу. Прикройте меня. Снова встаю. За мной должен. Здесь осколочные заряды. Я только хотел это. Все возьмите себе оружие. Осколочные. Осколочные берите. Ну, пошли. Совсем другое дело. Забираю осколочные. Вот тут. А, у меня и пули закончились. А, 60 патронов не хватит. Не, это сейчас 60, потом больше. Кажется, надо идти на кладбище. Иди на кладбище, да. А ты лапа где-то. Дом зайти, вот еще. Не надо в дом. А у меня громила, кому поможешь? Блин, я сейчас убью. Это у меня. Видишь, что все стало? Не хочется. А побежали. Всё, я буду не ходить ступенькой. Я говорю, удобнее с ручным оружием. У меня патроны просто закончились. Вот же насели, сволочи. Осторожно! А, там как аптечки тебе взять? А, вот они. Беру себе аптечку. Аптечка, а? Есть еще одна. Подождите, подождите, мне надо подлечиться. Все. Ну ладно. Да. Где тащи еще? Вообще ты еще одна. Все. У меня пока нет патронов. Смотрите. Да чего вы так убежали-то, а? Вот, блин. Да! Охотник, охотник, охотник! Охотник с собой уже! Какого черта ты продолжаешь валить по мне? А это не все, кто там меня утащили. Да. Ой. Я ничем вам не помогу. Я тоже. Не в жопу, не кидай меня. Сейчас отрублюсь. О, привет, ты тащи.
Да это один вообще с танком воюет. Я воюю с теми, кто меня бьет. Эй, все сюда! Сам с собой, что ли? Хватит почему тратить время попусту! Спасибо. Скорее внутрь! Дайте аптечку, я сейчас иду. Так. Пацан! Охотник! Парни! Вот это как хорошо! Я успел вылечиться. Я тоже. Грешник, привет. Пришел. Здорово! О, Лёшка, там танка. Ты потому что я один с ним воевал. А я один раз у него плюнул, короче, и побежал. О, да. Чё, да? Я вспоминаю, что будет дальше. Да я-то помню. Это, по-моему, уже на мосту же. Вот мне тоже вспоминается именно это. Да, по-моему, да. Здесь что-то по-моему... до вертолета добежать. Да-да-да. И там ну, дьявол спускается, поднимается. Пока нету здесь. Мой приятель Кит однажды целый год прожил на нем. У нас нет на это времени. Перезаряжаю. А, не, я пожалуй. Да, снайпер. Догоняем. Сейчас я ее успею. О, то, что надо. Осторожно! Чувак, хватит стрелять в меня! Что за фигня? Дверь. Осторожно! Я нашел проход. Я тоже. Нет. Окей. Да, хорошо. Кто спер мои таблетки? Твои. Ха-ха-ха! Руку прогинул. Ай-яй-яй, я упал. Где? Давай, прибыл. Ой, там ведьма. Надо перезарядиться! Пойдемте, завалим. Готов, Леша? Да. Где, куда надо? Эй, чё, на меня хватит? Перезаряжаю. Какого хрена? Эй, прикройте меня, я пока попытаюсь. Ну, по крайней мере, я... Нет, на какое-то время этого хватит. Я мне начал стрелять. Какого же хрена? Я не зомби, стреляй в зомби! Да. Стреляйте этим уродом мен, в спину! Поганый! Аккуратнее стреляйте, не пустой. Вот эти вот свои сковородки бегают. Не сковородка. Перезаряжаю. О! У нас есть пушки! Надо нажать кнопку. Я пойду трактор заберу. Трактор. Вот и они! Передвиньте чё? Чтоб он туда был. Смотрите, я нажму. Готовьтесь. Да, ждите меня и так. Пошла веселуха! Спасаю бомбу! Спасаю веселуху и меня. Нам что-то поможет? Да я уже всё. Сейчас падаю. Эй, осторожно. Ой.
Охотник! Надо перезарядиться. Ну давай быстрее. И ты сколоти. Защитил меня. Один раз. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Че, мне надо больше аптечки? Мы решили осветить все это место. Нам нужно на мост. Будет. А, ну ты возьмешь. Перезаряжаю. Здесь дубинка. А, это еще зачем? Беру коктейль молотого. Вообще никого, да? Со. Ой. Ай! Где там наш? Я ее запутал, блядь. Да. Ну ладно, пугал день. Да случайно. Угоню. Премного обязан. Погодите секунду. Ух ты! Да. Все возьмите себе гранатомет. Я гранату взял. А я гранатомет. Молодец. Я круче. А я банан. А я не люблю гранатомета. Ну а я люблю. Он так всех убивает. Все, вот оружие! Все. А, это меня испугал. В ванной пусто. Помогите мне! Блин! Ну, ладно, любитель, повисли. Я хотел, я спрыгнуть захотел. Проблемы. Много захотел. Дай я тебя вытащу. За мной должок. Ну, кстати, подожди, не нажимай, я сейчас полечу, лечу. Лечусь! Да, точно. Я уже вижу. Покер на вашу. Прикройте. Вот, лечусь. Отлично. Граната, ложись! Можно ему пушку держать. Народ. Чё? В углу пушку держать можно. Ой, это меня. Осторожно!
Нафиг, Леша. Твой дядя кого-то побежал. Надо поучиться стрелять. Леша, ты там? Ой. Ведьма. Она на нас, короче, пленула и ушла. Да. Я вышел. И ты один. Зашел. Аптечки. Так, эта аптечка моя. Я ее первый заметил. Первый. Обождите, пока я подлечусь. Взяла шприц. Взяла шприц. Не тихо, кого-то. Так, потом сразу. Пожалуйста. Так. Тут гитара. Охренеть. Я забрал там таблетки. Все, стоп, пошел. Сейчас плюнем. Я попал в это горящее дерьмо. На кого-то попало это горящее дерьмо. Помогите. Помогите. Горящее дерьмо. Кто там? Кто там в дерьмо вступил? В смысле? Ничего, просто царапина. Вставай, все в порядке. Сюда что-то? Вставай, все в порядке. Маленько получше. Ты куда девушка? Прыгнул вниз? Нет, ну я думаю надо. Ты как, спрыгнул вниз? Ну, уже, да. Всем внимание. Здесь боеприпасы. А, туда. Чуть не вставать. Прекрати сейчас же! Перезаряжаю! О, вот чего мне не хватало. Так, там сигнализация, туда не стреляй. Хорошо. Вот и мост! Кто подвижен? Нифига себе! Как все тихо-то стало. А, после этого стрельца? Ай, там! Он за котяра бежит. Все, я убегу. Синий, блин! Что вы делаете? Чего ты меня? Ай, спаси меня! Ой, там. Да. Я тебя убили его. Слушай, проще вас не спасать, а убить. Его все равно за мной поедет. Второй, что мне надолго не хватит. Быстрее, я уже не могу. Уф, куда лучше. Кстати, тут еще аптечки. Еще аптечки. Дай затим. Танк мешает. Парни! Она успеха на за нашего. Слушайте, в этом помещении 8 аптечек. Ну отлично, сейчас я налечусь. Точнее 10. Ух ты, я танк это настругал. 6 наверху и 4 внизу. Танк в убежище зашел. Да блин, Тома вбегает, за ней танк, дверь закрывают еще. Типа мы тут сами с танком разберемся. Я успел убежать. А ты там в угол забился. Трясся от страха. Плакал, да. Тебе жить-то хочется. Плакал, да. До хера я буду. О, хорошее оружие. Да у меня тоже хорошее, гранатомет все-таки. Только вот я не знаю, что сейчас с гранатометом. А вот мост, это же как оно бывает. В принципе, 16 патронов для гранатомета. Аптечку возьми. Сейчас. 16 патронов, ладно. Я прекрасно себя чувствую. Нажимать на кнопку? Да. Подожди, пока
Все будут готовы? Мы сражались с зомби. Жми кнопку. Я уже 20 раз. Я тут, я тут. Так точно, аллигатор. Мост. Мы покинули этот... Все готовы? Да я уж туда тоже. Они сказали, что нам надо... О, нет, пошли назад. Черт, ладно. Откуда он? Волна зомби. Я не сейчас все, что мы уже перебили почти всех зомбаков в городе или в болоте. Хорошо, надо сюда встать. Надо бежать на провод. Они из убежища. Просто зомби-терминатор. Есть такое? Давай, 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 давай. И бегом. Роняйся, роняйся. Ну. Пойдемте. Жаке, я слышу. Не толкайся, жирный. всех урона получил.
вылечил товарищи, все по нулям. Все друг друга лечили. О, у меня точно попаданий в голову больше. С этого, с гранатомета. Ну что, еще одно? Давай. Давай, а что у нас следующее? Ну это последнее будет для меня. Жертва. Что там в чате, кстати? Ну, только грешник. Грешник, ты и Тома. Ну, понятно. Ну ты, как всегда, черный. Завалекс дедок военный, как что ты говорила, Тома. Все, это уже друга первая часть пошла. А, мы еще первую часть будем проходить. Да? Будем. Вот на все. Тут будет в аэропорту вообще жесть. Когда просто заправлять самолет? Нет, когда бежать через весь терминал аэропорта. А, ну это, блин, ну, да, конечно, но все равно у нас средний уровень, так что. Ну да. Что? Но это не сегодня уже. Ну да. А это... Нет, это жертва, жертва. Это где? О, да. Почему нельзя было остаться в поезде? Не знаю. Вот ты какой. Хороший формированный поезд. Не думаю, что это будет вонючая дыра в заднице, придурок. Смотрите-ка туда! Бил! 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 А куда идти-то? Сюда, сюда! Зои! Зои! Вот патроны! Здесь а оружие! Вон там! И вон там! Смотрите! Ну идемте! Давайте, Фрэнсис, давайте! Я уже устал ждать! Может, когда-нибудь дробовик возьму? Давайте, пошевеливайте! А, я бежал. Бил! 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 Фрэнсис! Фрэнсис! Внимание! Смотрите! О, здесь будет этот танк. Не будет, у нас средняя. Будет, будет. Когда из вагона мы его выпустим. А, это... Да. Оружие! Поэтому-то порты закрыты. Здесь обычно плевательство было. Да. Где? Здесь полно вот, оружия. Вот тут. Оружие. Вот этим. Здесь полно оружия. Вот так. Фрэнсис. Зои. Здесь оружие. Догорающий дом. О, нет. Только взгляните. Фрэнсис. Что такое? Опа, меня тащит. Здорово. Уже не тащит. Затащили. Открутить дверь вагона? Да. Нет, открой, открой. О, может, у тебя желчь будет? Нет. У меня есть желчь. Вы готовы? Нет. Вы готовы, дети? Нет. Не, уйди. Давай, не подходи сюда. Кто-нибудь убейте сзади меня в кресло. Открывай глаз, я готов кинуть. Вы же не забудьте. Раз, два, пошел. Осторожно, граната! Отлично. Вон они!
Убей. Перезаряжаю. Да, мотор. Катана. Открываю, защищай. Леша. Что, я прикрываю? Давайте сдать зомби поближе. Да я уже их... Тут оружие! Ну да, давай, пошли вперед. Лечусь, прикройте! Дед сейчас скопытится меч. Перезаряжаю! Громила! Где? Не знаю. Не хочу знать. За кирпичи! Перезаряжаю! За кирпичи! Наоборот, из сзаду кирпичи. Мне кто-то говорит. Здесь оружие. А. Громила. Правильно, толкни девку в огонь. Сюда. Осторожно, сейчас на тебя охотник. Охотник! Какой? Это кто не на меня прыгнул, кажется. Что-то ни на кого не прыгнул. Да, бегом сюда. Он на меня прыгнул. Граната! Да блин, кто? Граната ложись! Да ладно! Ах ты славишь! Чё? Ты на хера кинул? Там враги были? Не пизди ко мне, гвоздика. Что-то розовый свел. Здесь оружие! Граната ложись! Может подождёте? Как-то сложновато с этим. Куда идти-то? Прямо направо, наверх, влево. Ну ты где там? Придешь, Тома? Дед сейчас скопится. Ты деда ждешь? Я нет. Я вообще ребенка можно ждать, а деда ты вообще. А, меня схватил. Нам нужно внутрь! Слава. Слава тебе. Слава тебе. Все внутрь! Все внутрь! Ну так сказать. Кислота. Все быстро внутрь! Нам нужно внутрь! Кулинчик, я тебя убью! Все внутрь! Живее! Живее! Все быстро внутрь! Чего так долго? Нам нужно внутрь! Подожди. Еще нет, я их прикрою. А, у меня же была еще аптечка. Прикройте сзади. При эту чертову дверь! Хватит, может быть! Да, да и пришел. О, здорово. Да, у нас опять замес. Это последняя карта у нас. О, я вообще танка не видел. На сегодня последняя, потом еще будет. Да, мне не засчитывается же то, что враги-то бьют его. Зомби другие. Блин, я и забыл. Ух ты, нифига, 5 боссов завалил. Катана валяется. Сзади! Чё за хрень? Чего вы пристали, девчонки, по МС будет. Он и задает вопросы, но глупые. Осторожно! Слабо. Ребята, тут оружие. Надо подлечиться.
Билл, давай, лечись уже. Билл, ты такой ты, Билл. Билл! Билл! Лечу, прикрывайте! Билл! Куда ты полетел? Лечу, Да конечно, оружие с тобой. Здесь оружие! О, это я люблю. Короче, я тебе... Не хочу. Крикетные ножи. Веслом по жопе. Да нет, ты же бита для крикета. Это для товара, пожалуйста. Не пойму, ты что будешь кидать. Оружие! Смотри, куда ты стреляешь! Нет, не сюда. Осторожно! Сзади! Здесь полно оружия! А ты им пистолет тут полно оружия. Перезаряжаю! Граната! Бежим отсюда! Да, я застрял! Осторожно! Просто жив, не мужик! Разрывные. Фрэнсис! Через корабль! Пошли! Здесь надо будет горы залезать. Это будет прикольно. Ой, ё-моё, это что такое было? Это я взорвал. Здесь поблизости. Гаси свет. Дедушка старенький, подождите, он не может быстро бежать. Ты там где? А то плачет. Аптечка. Аптечка. Спирали. Я нашел, я взял. Делись. Делись. Куда ушел? Вернись. Вон адреналинчик себе вкали. Офигеть. Не хочешь адреналинчик? Скалишь. Адреналинчик? Осторожнее, я слышу охоту. Блин. Осторожнее, я слышу. Уберите! 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 Уберите его от меня! Я оттуда спишься. Нет. Я заряжаю. Тебе надо? Аптечка! Как поздно уже. Перезаряжаю! Держись, починим тебя. Держись, я тебя вылечу. Не, нифига, у меня много. Тебе нужно лечиться. Перезаряжаю! Я сейчас прицел. Лёша, вот тут у меня аптечка. Вот, я стою. Да поздно, я сзади залезу сейчас. Прикройте сзади. Да, ой, меня ранили! Я ранен! Народ, мне нужна помощь! Смотри на меня! Помогите! Себя. Нам нужно идти! Небольшой большой! Оказание первой помощи! Два дурака самоубийцы! Спасибо, я у тебя в долгу! Прикройте меня! А, у тебя есть аптека? Есть, зачем мне еще? Что я забрал, Леша? Что ты думал? Вот патроны! Иди вылечь, Леша! На, так! Ведьма! Где ведьма? Да, Леша, угадай. Здесь может быть ведьма. Убегай. Леша, я тебя не спасу. Я ее замочил. О, здесь кто-то беги давали. Чтобы заметь, монстры бегут только за ними. Бомбы! Круто. Да. Там ведьма. Вот, ой! Сёма, ко мне-то бежите. Граната там. Ай, блин, я напугала ведьму.
пистолет. Ай, на меня сейчас убьет. Куда прыгать? Внимание! Ты в порядке? Я так неудачно упал. Бьем. Я один бед не замечал. Вы что, втроем с ним? Вдвоем. Ну, вдвоем. Ой, надо бежать. Граната! Ой, беду. Ищи колотить, что я говорю. Здесь полно оружия. Ой, я сейчас приду. Я очень медленно. Я могу. Ой, ой, ой. Нет, нет. Да, видимо, мне никто не поможет. Ой, блин, я вообще упала. Может, меня поднимет? Ты кого сюда впустил? Нам надо сплотиться! Прикрой меня. Как-то сложновато с помощью. Да Таша убегает все время сюда. Ребята, сюда, прошу вас, помогите. Нам нужно внутрь. Ну и аптечку. Спасибо, Фрэнсис. Надо бы найти аптечку. Если такое жопу. Случится, быстро внутрь. Жопу. Нейм, мы прошли все карты от второго Left 4 Dead, стандартные. Сейчас вот по первому уже идем. Правда, не сначала начали, а с какого-то конца. С дополнительной, по-моему, карты, которая прилагалась ко второму Left 4 Dead. Для первого Left 4 Dead. Все, все тут. Здесь все. Ой, отошел. Так, где тут? Ой, мне нужна аптечка. Что? Ты вышел? Нет. У меня написано «Уэйс отошел». А, вот, я появился. Что-то не по... Что-то у тебя быстро загрузилось. Тут оружие! У меня давно. Ты шутишь? Ну ладно, когда мы будем там, я тебя защищу от этого поганого острова. Ублюдский остров. Ублюдский вшивый остров. Ну, удержись. Не пошевелиться вообще. О, какой ужас. Я уже устал ждать. Идем. Че, куда пошли? Беру таблетки. О, генератор. Ну, что с ним надо? А, это тот же генератор. Я не заряжаю его. Только это, по-моему, надо два включить. Три. Я побегу. Чё, за три. Дяденька, дедушка старенький, он плохо видит уже. Давайте-ка запустим его. Я запустил. Пойдем еще запустим. Что там? Не, я тут останусь обороняться. А вот смотри. У меня там где-то. Как там у меня? Где-то. Товары беги. Я уже. Вон он, на втором этаже. Где там? Блин, тут закрыто. Ах, кольцо. И стул. Эй, больно! Помогите мне! Ты там что делаешь? Вообще-то завести генератор надо. Или я уже... А, я завел его. Ты завел? Вот. Да, помоги. Все равно помогите мне. Ты его не завел, не видно. Я не могу его завести, короче. Пока я не встану. Доводишь? Там их надо поднять.
Я вылечусь. Там что, танк у вас? Охотник схватил Билла! Я помогу! Вот патрон! Стой! О-хо-хо! А мне жахни! Поисков нет. Я сейчас упаду. Ах, да, мной бежит. На, за тобой. Это не за тобой. Ну конечно, блин, он меня уже положил. Сейчас вас положит и все. Хотя я снимал жизнь немного. Не сомневаюсь. Кто-нибудь хочет подойти и понять меня? Нет. Только быстрее. А что делать дальше? Не знаю, мы запустили генератор. А, помощь идет что ли или что-то такое? А, опять мозг? Да, приспал. Тут не мозг. А, нет, все-таки на мосту надо. Мозг должен открыться, и мы должны вверх полезть. Может, мы что-то еще не сделали? Генератор больше не подходит. Окей. Да как он на меня тут? Да. Я что, похож на кого-то из них? Я не понимаю, с мостом что-то аптечки происходит. Аптечки хотите взять? Есть. Перезаряжаю! Черт, где? Я только и видел, как... Вон танк, танк, вон. Вот, пырьячки. Где тут на таблетке? Пока я не вылезу, я ничего не буду делать.
Молодец, вылечил. А, ты умер? У меня охотник снизу, я уже к генератору подбежал. Как он сюда пришел-то? По лестнице поднялся. Зачем проход, как он сюда залез-то? Я специально встал к нему поуже вместо. Ну тут чего, Билл? Долго плыть до Флориды Кис на лодке? Совсем недолго. Найдем остров, объявим его нашим, и все. Ни армии, ни отчаяния. Ладно, идем. Ни интернета, ни Xbox. Ух, хватит, может быть. У меня есть. Так, я пойду вверх. Эй, больно! Я нижний левый. А я вверх. Окей. Надеюсь, у меня здесь нет этих курильщиков. Вот патрон, нужно включить эти генераторы. Сейчас я перебью бомбу. Ладно, ладно. Я включил. Да. Черт! А тот, кто вообще ничего не делал, его... Закей, что ты, кстати? Вообще, дед. Славик, за тобой! Что за мной? Там. А два танка не хочешь? Где танк? Да, вон, танк. Во-во-во-во-во, полегче. Танк, что ли? Да блин, где ты бьешь, женщина? Еще один, что ли? Танк ходит. Старпёр поймал кирпич, бюро. Он убил. Нет, я убил. Всё, убил. Меня кто-нибудь слышит? Помогите! Помогите! Я фарик, чтобы вы улёжки. Ой, сзади, сзади, сзади. Сама упаду. Вот я. Я успела упасть. Как я выгляжу? Не знаю. Спасибо. Я у тебя дома. Есть аптечка? А, аптечка там. Аптечка у меня есть аптечка на руках. Но надо как-то все-таки к мосту пройти. Мы там это... Воу-воу-воу, снимальщик там. Костяк, что ли? А, ни хера себе, поймал. В доме снимальщик. Я сейчас умру, я вот почти. Ну и кто тут подшёл? Я попал. Сзади идёт Громила, он идёт на меня! Ааа, блин, хелп! Хелп! О, мне тоже хелп. Ну там ты насилуешься. А кто, все умер? Я всё равно лежу, как... Я ещё не умер. Эй, приятель, видок у тебя не важно. Я ещё лежу. Что ли, ещё танк лезет? Давай, лечись! Окей, окей! Помоги! Если ты, он с тобой? Был со мной, в доме, он с тобой шел. Wow. Я его там поджег. Не, он не спустился.
Он не спустился. Что на меня тарит? Он в жопу. Ты в жопу! Он назад может ходить. Он может поужать. Убить. Подлечили все. А, Леша уже. Я смотрю на генератор. Оставайся, если хочешь. Я наверх пошел. Сейчас прыгну. Все, я врубил. Я генератор пущу. Я не могу, пока вы к маскурке не подойдете. Маску в любом случае вам надо выйти. Воу! Я сопрягу. Да блин! Да. Воу, как это так, а? Ура! Вот. Сейчас мы опять опустимся. То есть генератор, да. А, не, мы не опустимся. Короче, я вниз пошел. Пусти меня. Они не дают пролезть. Четыре танка. Четыре? Едь, колотить, я хоть не успею. Я успею. Вы как-то меня отстраняете. Все. Да, я успел. Нахрен ты умирай. Ну, естественно. Гораздо. Кто-то же должен был тебя пожертвовать. На самом деле должен был старик пожертвовать, убил. Жетон. Да, вот это все врач. У меня игра автовист. Да ладно. Да. Лёшка вышел. Не говорю, мне завис. Ну, я, по крайней мере, уже все. Умер. Ну и умер, и все, я не продолжаю игру. Если хотите, продолжайте. Тогда мы на этом закончим, скорее. Всем спасибо. Ждите продолжение. В ближайшее время. Можно завтра продолжить, если хотите. Завтра воскресенье, да. Да. Все в 8 начнем. Я не знаю, во сколько я приду домой. Ну все в 8 будешь? Я вечером. Не знаю. Я, может, до 12 меня не будет. Завтра, так что не вариант. Тем более послезавтра понедельник. Ну тогда пятница. Да. Стрим в пятницу. Всем. Ну, это будет стрим по Left 4 Dead в пятницу, а до пятницы у нас еще будет стримы. Да, только мы убили 540 зомби всего. Да это все из-за тебя. Другой вещь. Взял, умер. Да, я виноват. Так, все. Все, покинуть это лобби, да. Да. И всем спасибо. Пока-пока. Пока. Всем. Да, всем пока.